Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня у нас 30 марта 2021 года, и короткая заметка, не могла не поделиться, потому что информации много интересной, ну как-то вот сразу не делаю фильмы и, в общем-то, потом жалею, потому что хочется вам показать эти сиюминутные, можно сказать, моменты. Вот в группе моей «Искажение истории», что естественно, я сама делала репост. Это Пенсильванский вокзал, Нью-Йорк. Нью-Йорк – это новый Йорк. Да? Если мы посмотрим наоборот, то это получится новый крой. Этот город, который кто-то стал кроить по-новому. А вот это, видимо, старый крой. Вот в Нью-Йорке осталось в этом вокзале. Посмотрите, насколько несоразмерные масштабы самого строения и людей. То есть явно это вокзал не для нас был создан, а для более больших людей, для великанов. Интересная архитектура. Вот это, я думаю, на потолке, на сводах. Многогранники ступенчатые. Я думаю, это связано с акустикой. Все рассчитано. Огромный, огромный вокзал. По всей видимости, вот это вход с улицы, он откопан. Сделана лестница вниз. Изначально, наверное, это мог быть полноценный этаж. Вот он углублен. Ну, как бы вот это вот первый этаж. Вот настолько засыпано это здание. Посмотрите, какое великолепие, какая архитектура. Кстати, его снесли, ну, чтобы не смущал маленьких людей. То есть великанский вокзал. Великанский. И еще одна заметка в группе. Иван Скобарь. Вот эту заметку он дал. О том, что была разрыта могила, постамент, вернее, первопечатника Ивана Федорова. И здесь что интересно. Вот в яме площадью около 8 квадратных метров обнаружено большое скобление перемешанных человеческих костей, лежащих сплошной массой, слоем свыше 1 метр толщины. Здесь, очевидно, были вторичные захоронения кости из разрытых могил соседнего кладбища. Рядом с этой ямой располагается какое-то подземное помещение, обширный склеп или подвал, обследовать который не удалось. Яма, наполненная костями, была прикрыта сравнительно тонким 1,20 см слоем земли. Обнаружена она была случайно при рытье канавы вокруг постамента, передвинутого сюда памятника первопечатнику Ивану Федорову. Работы, производившиеся на холме близ церкви Троицы в Полях, обнаружили здесь значительное количество погребений, вероятно, принадлежащих кладбищу этой церкви, ну, предполагают. Открыто несколько надгробных плит первой половины 17 века. Любопытно отметить, что три плиты отмечают собой места погребений людей князей воротынских, двор которых находился в непосредственном соседстве с этим участком стены. Все три надгробия представляют собой огромные, чрезвычайно массивные плиты известняка. Но в этой короткой заметке столько много информации, которую надо просто осмысливать, изучать. Но давайте еще посмотрим на картинку, на фотографию. Посмотрите, что вы видите. Я вот вижу человека, взрослого человека, который находится на этой свалке костей. Причем из разрытого кладбища или просто их сюда сваливали. Уже, опять-таки, может быть, вываренные кости. Причем это огромные кости. Посмотрите, какие огромные черепа по сравнению с этим человеком взрослым. Если это люди князей воротынских в 17 веке, а кирпич, кстати, 17 века, он отличается, он больше кирпича современного. Или там 19 века, или даже 18 века. То есть кирпич 17 и частично 18 века, он по размерам больше. А кирпич делается под руку, под ладонь. Соответственно, руки были больше, соответственно, люди были больше. Те, которые строили вот из таких кирпичей. Вот они, вот эти скелеты. Это вот просто навскидку информации, в которой, ну, глубина. Там надо изучать. Вот маленькая заметка небольшая, а под ней столько всего.
Вот в нескольких словах, в нескольких предложениях огромное количество потайной, скрытой информации. Плюс вот эта картинка. Но вот это великанские, мне кажется, останки. Я не знаю, скажите, что вы думаете по этому поводу? Может быть, у кого-то есть информация вот конкретно по вот этим раскопкам? Потому что вот, вот такая, всего лишь тут чуть-чуть. И больше ничего, никакой информации. Может быть, у кого-то есть больше. Напишите в комментариях, пожалуйста. А пока все. До свидания.